Всем привет, с вами Марс. И вот так вот, вот на такой вот ноте с места в карьер начинается мое прохождение. Прохождение сталкера. Зов Припяти. С этим ужасно лагучим дополнением. Мистери 2.0. Пока я буду добираться до безопасного места, периодически сохраняясь, буду вам рассказывать про новшества. Ну, как вы видите, экран немножко поменялся. Это почему? Потому что я в шлеме. Да, теперь это отображается. Но суть не в этом. Перед тем, как я создал своего персонажа, ну, то есть как создал, начал играть, мне разрешили выбрать класс. Этот выбор заключался в трех вещах. Это снайпер, это разведчик и это штурмовик. Блять, я потерялся. Так, куда мне идти? Скадовск. Нет, это Шевченко. Блин. Скадовск дальше. И вот я здесь. В инвентаре у меня нет ничего. Просто нищий. И побыстрее бы добраться до безопасного Скадовска. Моя карма сыграла со мной очень интересную игру. И мне пока еще никто не встретился. Но тем хуже. Тем хуже для меня, потому что я не знаю, что мне ждать от этой игры. Так, вижу бандитов. Скорее всего, это бандиты. И вот там... Ну, это скорее сталкера. Надо двигаться к Скадовску. Это лучшее место. Лучшее место в мире. По крайней мере, в этом мире. Я уже начинаю бояться этой игры. Потому что звуки поменялись. В сталкере появилась реальная атмосфера. И когда... где-то вдалеке пробегают собаки, вы реально начинаете бояться. Это я еще даже с ними не встречался. Разбитая маска, капли на маске. Да блин, это круто. Кстати, убрали компас, убрали GPS-ник, убрали радар. То есть теперь я... не знаю, чувствую себя в Дейзете. Это все настолько херово, насколько и круто. Так, надо сохраниться. Повторюсь, мод ужасно лагучий. Просто ужасный. Ага, слышу. Радио появилось непонятное. То есть не то, что радио... переговоры. Так, ну-ка, фонарик. Фонарик. Слышишь, тут надо? У султана, короче, разговорки есть. Пошел в жопу. Что случилось? Вау. Что было? Ой-ой. Давайте-ка сохранимся. Чё, блядь? Чё, блядь? Как говорится, добро пожаловать на борт нашего болотного ледокола. А-а-а! Чё происходит? Ребята, мне больно. О, отпустила. Будет чего интересного, заходи. Наш... атмосфера сталкера. Но глюки, правда, ужасные. Анекдоты типичные. Ой-ой-ой. Да. Так
пораньше встает, чтобы... Смотрите, как арсенал-то поменялся. Шедеврально просто. Куртец. Блин, прикольно. Так, а ну-ка. How does survive the mystery? Как выживать в мистере? А ну что люди делают тут? Ну понятно, ладно. Потом поговорим. Музыка шикарная. Анекдоты остались те же самые. Так вот почему фонарик не работает, вот это хер его знает. Ну ладно. Ну как? Да чё ты топчешься? Если есть что, выкладывай, нет? Здорово. Как дела? Ооо. Нихера себе. Так, ну как вы видите, я не могу использовать вот это оружие, потому что оно до снайпера, то есть на длинную дистанцию. Спальник. Это что? Блин, не видно нихера. А, это маска, походу. Так плохо все это читается. Кошмар. Ну ладно. Блин, круто. Смотрите, сколько всего. Сколько, блин, всего. Подствольники сразу же продаются, прицелы. Ну все буквально. Шикарно просто, просто шикарно. Так, ну в этом... Так, еще зайду к нашему алкашу местному. Здорово. Так. У тебя тут все по стандарту, я так думаю, да? Да, походу, да. Ладушки. Все понятно в таком случае. Да уж. Попал так попал. Только непонятные какие-то глюки с фонариком и с маской, когда на свет попадает. Что там? Ранение, облучился. И тебе здорово. Так, потырим все, что можно. Да, тоже изобилие всего нового. В этом придется разбираться. Ладно, хорошо. С почином. Всем спасибо, что были со мной. Всем пока, до новых видео.